постановления не поступало ни одного обращения от жителей города Нижнекамска. Поэтому отбор проб передвижной экологической лаборатории на территории города Нижнекамска не проводился. Автоматическая система контроля за состоянием атмосферного воздуха города Нижнекамска работает в нормальном режиме. За период с 19 ноября по 20 ноября 2016 года автоматическая система контроля за состоянием атмосферного воздуха выполнена 7524 анализа. Из них на определение фенола выполнено 445 анализов. Превышение установленных норм ПТК не зафиксировано. Отбор атмосферного воздуха на территории санитарно-защитной зоны не входит в полномочия Закамского территориального управления. В связи с тем, что в данном диапазоне нормы, утвержденных предельно допустимой концентрации, не распространяются.